горна для работы доверия. Еще пожалуйста, это у нас на повестке дня защиты диссертации Лукьянова Олега Евгеньевича, аспирант кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов Самарского университета. Тема диссертации – разработка методики выбора облика грузовых самолетов с использованием многодисциплинарной оптимизации. Работа представлена с соискание ученой степени, кандидат технических наук со специальностью летательным 702, проектирование, конструкции и производство летательных аппаратов. Работа выполнена на кафедре конструкции и проектирования летательных аппаратов Самарского университета. Научный руководитель, доктор технических наук, профессор Комаров Валерий Андреевич, профессор кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов нашего университета. Официальные оппоненты. Доктор технических наук, профессор Брусов Владимир Сергеевич, профессор кафедры динамики управления полетами летательных аппаратов Московского аэрофлотного института. Кандидат технических наук, доцент Чедрик Василий Васильевич, начальник отдела НИО-3, многодисциплинарная оптимизация конструктивной силовой системы и весовой анализ конструкции летательных аппаратов Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского. Он отсутствует по уважительным причинам, но вот это есть. Ведущая организация – Казанский национальный исследовательский технический университет имени Андрея Павловича Кунгова. Дальше слово ученому секретарю для ознакомления с документами. Секретарный совет поступили следующие документы. Заявление от Лукьянова Олега Евгеньевича. Просьба принять к предварительному рассмотрению и защите диссертационную работу на тему «Разработка методики выбора облика грузовых самолетов с использованием многодисциплинарной оптимизации по специальности 05-07-02 проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов». Заверенная копия диплома о высшем образовании ЦСКА в 2015 году окончил Самарский государственный космический университет. Присуждена квалификация магистр по специальности авиастроения. Справка о сдаче кандидатских экзаменов за номером 166 от 15 ноября 2018 года, выданным Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева. История философии науки – отлично, немецкий язык – отлично, спецдисциплина – отлично. В заключение Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева, принятый на заседании научно-технического совета кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов Самарского университета от 18 января 2019 года, протокол номер 8А, в котором отмечена актуальность выполненной работы, новизна, практическое значение. Приводится сведение о публикации автора. Сделано заключение о том, что работа является завершенной, и дана рекомендация для предоставления диссертационной работы в защите. В аттестационном деле имеет заключение экспертной комиссии в составе Балакина, Куренкова, Павлова. Проверка в системе РУКОМТЕК показала, что оригинальность текста диссертации составляет 92%. Тема и содержание диссертации соответствует областям исследования, перечисленным в паспорте специальности 05-07-02. Разработана диссертация методики, а также программное обеспечение соответствует областям исследования, указанным в пункте 1, 3 и 9 паспорта специальности. Диссертация отсутствует, заимствованный материал без ссылки на автора или источник заимствования. Результаты научных работ выполнены в поисковой ученой степени в соавторстве без ссылок на автора. Диссертация отсутствует недостоверные сведения об опубликованных соискателях ученой степени работ, в которых изложены основные научные результаты диссертации. Текст диссертации, представленный по диссертационному, идентичен тексту диссертации, размещенной на сайте Самарского университета. Комиссии сделан вывод, что рассматриваемая диссертация представляет собой законченную научно-квалификационную работу, соответствует критериям, установленным положением о присуждении ученой степени, предъявляемым кандидатским диссертациям. Дана рекомендация о принятии диссертационной работы в защите. Комиссии подготовлен проект заключения диссертационного совета. Дополнительные сведения. Лукьянов Олег Евгеньевич, 1992 года рождения. В период подготовки диссертации работал в должности ассистента кафедры конструкции и проектирования летательных
Вопросы есть? Почему секретарь? Нет. Прошу, тогда Олег Евгеньевич, вам слово для доклада. Решение задачи статической
на основании данных зависимости полученные аналитические зависимости массы конструкции оболочки пейзажа, величины действующих нагрузок и вот геометрические характеристики, а также полученные новые значения безразмерного критерия коэффициента силового фактора для цилиндрической оболочки при действии различных типов нагрузок. Работоспособность методики определения конструкции, массы конструкции пейзажа показана без использования численного конечно-элементного моделирования на примере весового анализа конструкции пейзажа тяжелого транспортного самолета типа АС-24-100 при уменьшении массы коммерческой нагрузки на 20 тонн, 18% и уменьшении ширины грузовой кабины на 1 метр. Данные мероприятия направлены на повышение коммерческой эффективности данного самолета, были четко обоснованы в ряде научных работ. На слайде представляется конечная элементная модель фюзеляжа, также ее скорость, состав, схема закрепления, исходные данные. При этом были рассмотрены 4 случая погружения наиболее серьезные. На следующем слайде представляются результаты расчета величины критерий силового фактора для конструкции прототипа и модификации по расчетным случаям. Некоторые цифры заслуживают отдельного внимания, в частности, видно, что одним из превалирующих расчетных случаев является действие избыточного давления, не случайное уменьшение ширины грузовой кабины на 1 метр приводит к снижению массы конструкции пейзажа почти на 20%. Решение по полученным зависимостям, которое показывает квадратичную зависимость массы оболочки пейзажа от ее диаметра. Кроме того, в работе даны количественные оценки возможного снижения массы конструкции пейзажа за счет применения новых материалов. В третьей главе, согласно предлагаемой методике последовательного синтеза пейзажа, на третьем этапе выполняется выбор параметров полярной технической системы с использованием многодисциплинарной оптимизации. Данная задача в математическом виде первой динамической технического программирования на слайде. Она предполагает поиск вектора проектных сочетания проектных элементов, входящих в целевую функцию сверху, комплексную целевую функцию сверху к минимуму при удовлетворении геометрическим и функциональным ограничениям. Рассмотрена возможность использования различных методов оптимизации, при этом предлагается вариант модификации метода Гаусса-Зейгеля, предполагающий последовательный поиск локальных минимумов целевой функции сразу по парам геометрически однородных конкурирующих параметров, возможность использования поверхностей отклика. В качестве комплексной целевой функции сверки предложено использовать коэффициент выбранной эффективности, который накладывает высокие требования на аэродинамический облик самолета, но при этом очень чувствительны к изменению взлетной массы летательного аппарата, которая определяется с помощью уравнений существования предыдущей черты. Для возможности применения методики коэффициентного синтеза под пейзажа уравнений существования претерпело модификацию, в частности к массе целевой нагрузки добавилась масса окружающие оболочки, масса конструкции фюзеляжа по определенной величине. Уравнение существования является естественной сверткой двух частных критериев весовой и аэродинамической эффективности, которые опосредованно входят через относительную массу конструкции, относительную массу топлива. Относительная масса конструкции крыла рассчитывается по формуле PC с использованием критерия безразмерного критерия коэффициента силового фактора ЦК и ФРЕТ, который в своей сути представляет безразмерный аналог безразмерного критерия эффективности в аэродинамике. Для расчета составляемого уровня существования широко используется численное математическое моделирование, в частности для проведения весовых расчетов конструкции крыла и ее топологической оптимизации по модели тела переменной плотности, учетом огибающих расчетных случаев использовано численное конечное элементное моделирование в линейной составной постановке. Кроме того, для этого, для расчета воздушных нагрузок по крылу и расчета его аэродинамического качества с учетом деформации крыла для соответствующих перегрузок используется метод
беседы. В связи с этим в работе предлагается способ и математическое исключение двухстороннего взаимодействия двух моделей, а именно передача воздушных нагрузок от кривой модели к М и вектору формированного состояния М для возможности корректировки геометрии кривой модели, с целью возможности моделирования явления статической аэропоиска. В следующем слайде в левой части представлена укрупненная блок-схема методик следовательных газовых пейзажа с указанием внутреннего цикла многодисциплинарной оптимизации крыла. В правой части отдельно вынесены циклы расчета относительной массы подкрыла и относительной массы конструкции крыла с учетом будет формации его конструкции, каждый из этих соответствующих приборов. Для реализации методики разработано программное обеспечение, зонирующая на межплатформенной связке двух продуктов NADBAR и ANSI. Координатор работоспособности, методики, алгоритмы и ПО на примере получения известных зависимостей акцента крупной звездной массы от линии крыла, зависимости имеет ожидаемый и логичный характер, при этом отдельно отличается важность методов упругих деформаций крыла большого удлинения на начальной стадии проектирования. Так, для рассмотренного примера, оптимальное значение оптимального удлинения крыла, а также соответствующие ему коэффициент крупной эффективности и значение крупной массы для самолета с абсолютно жестким полом и самолета с формируемым полом могут отличаться до 15%, что объясняется изменением относительной сопротивляции к размаху крыла, которое влечет за собой изменение аэродинамического качества и изменение внутренних силовых факторов, действующих в конструкции крыла. Четвертая была работа посвящена сертификации математических моделей. В частности, показали кровь соответствия результаты расчета интегральных распределенных аэродинамических характеристик крыла методами следовательных двигателей с экспериментальными данными, приведенными в литературе САГИ, а также с расчетными данными, приведенными в книге подавки блока. Достоверность проведения весовых расчетов с помощью конечного элементного моделирования обеспечена путем сопоставления результатов расчетов с точным аналитическим расчетом, а также с данными статистики по известным массам крыльев самолетов транспортной категории. Второй главе была продемонстрирована работа предлагаемого способа расчета массы транспортного фюзеляжа на примере весового анализа при изменении массы коммерческой нагрузки и уменьшении ширины воздуха кабины. В пятой главе показывается работоспособность методики в целом на примере исследования влияния перечисленных мероприятий по фюзеляжу на облик самолета в целом, его взлетный вес и коэффициент эффективности. В качестве исходных данных были приняты некоторые характеристики и требования, являемые самолетом А-124-100, которые предполагали в качестве самолет прототип. На слайде представлены этапы формирования облика грузовой кабины из условий обучения полезной группы для фюзеляжа, расчет массовой конструкции и управления крайней группы. На следующем слайде представлены этапы формирования, этапы поиска минимума целевой функции по 7 параметрам для модификации самолета с уменьшенной массой коммерческой нагрузки на 17%. По полученным параметрам рассчитаны абсолютные геометрические характеристики самолета, ставленная весовая сводка. Аналогичным образом получены характеристики модификации с дополнительным уменьшением ширины грузовой кабины на 1 метр. И на следующем слайде можно видеть сравнительную таблицу характеристик самолета прототипа и полученных модификаций. Колонки А перечислены некоторые параметры самолетного А-124-100 и по предлагаемой методике рассчитаны звездное место коэффициент его топливной эффективности. Оптимизация крыла по топливной эффективности позволила снизить расход топлива почти на 10% колонки Б. Уменьшение коммерческого нагрузки на 21 привело к ожидаемому существенному уменьшению топливной массы и вылета этого аппарата колонки Б. А дополнительное уменьшение ширины грузовой кабины на 1 метр колонки Б позволило повысить топливную эффективность еще на 30%. Справа представлена
упражнение изменения рубрика можно на виде в плане по модификациям, а также ниже представлена гистограмма по улучшению топливной эффективности. А основные положения по работе в сложном докладе перечислены представители пилоток, основные результаты при внедрении в проектную деятельность того повезнения немесящего, также выделены разнообразные результаты, положены на конференции различного уровня, получены в того государственной регистрации программы для ЖОЭФ, публикованы 15 печатных работ, 5 из которых в изданиях в журналах рекомендованы Высшей аттестационной комиссии. Это основные доклады, у меня просто ответ за внимание. Хорошо. Вопросы? Пожалуйста. Out.
Комплексный учет ведется естественным образом через сверху таких двух критериев. Это на первом уровне это абсолютная масса, дальше топливная эффективность. А так, кроме того, это налагаемые ограничения. Решается задача не многокритериальных рекомендаций, а монокритериальных, но сведенные в сверху, которая чувствительна и к одному критерию, и к другому критерию. Это такого мнения существования. Но никак не сверху, оно известно с 1900, не знаю, какого года, чтобы оно там единица. Но оно чувствительно к изменению. Синтез аэродинамических
первую очередь Махановке с учетом принятых судебных решений. Условия прочности, оно выполняется по умолчанию.
именно оценка массы идет из того условия, что условия прочности выполняет. Еще вопрос есть? Нет вопросов? Все, спасибо. Присаживайтесь. Слово представляется научному руководителю профессору Морозову Валерию Андреевичу. Уважаемый председатель, уважаемые члены Секционного совета, гости. Я постараюсь быть достаточно кратким и в основном освещу особенности личности соискателей, которые важны для обсуждаемого вопроса. Для нашего совета и большинства, кто нам отвечает, биография нестандартная. Олег Евгеньевич в 2014 году, во-первых, он уроженец Крыма, в 2014 году он ушел из Харьковского электронного института первого курса магистратуры. Ну, помните, это очень трудный год в истории нашего отечества. У него была квота для поступления. Но по квоте иногда бывает, так сказать, лишь бы взять. В течение полугода Олег подписал коллектив. Вот время у меня родилась идея, помните, Евгений Владимирович, как я взывал к тому, что под боком завод, который может делать самолет уникальный, и в то же время парк самолетов старинных, тогда что неминуемо встанет вопрос о модернизации боком или частичной. Вот так родилась эта тема, и вот как-то получилось, что Олег Евгеньевич писался в коллектив, заинтересовался теми методами, которыми мы определяем масло, это и наследие Андрея Викторовича Комарова, но он постоянно реализировался. Ну, пришел довольно с изрядной подготовкой, скорее как аэродинамика, аэромоделист, освоил результаты нашей школы, и вот, собственно, родилась многодисциплинарная работа. Олег закончил магистратуру успешно, вступил в аспирантуру, есть острый дефицит на преподавательских кадрах, поэтому с первого дня аспирантуры он уже принимал участие и преподавание. Поэтому учеба шла и аспирантская, и, как говорится, из рук в рук со старшими товарищами. Он очень толково воспользовался возможностями аспирантуры. Побывал на стажировку в Кабасу-Кова. Очень полезно, и вот мы добывали данные, каким же должен быть самолет. Это есть фирма «Волга-Днепр», безызвестный, который многие тысячи полетов совершила. И известно, что самолет спроектированный на 120 тонн, возит 120 тонн, от меньше процента, если стоит полет. Достаточно один самолет иметь только уникальный период. Все остальные можно проектировать, не превышая вот кто-то, откуда этот цифр. Более того, предшественник Олега Арутюнов защищал диссертацию 2 года назад. Он обобщил все структурные материалы. Оттуда рекомендации, это не просто так, вот на метод попробуем открыть, а все грузы двойного назначения умещают, когда пол будет уже на 1 метр. Самолет переразмерен. Ну, сдавался бы опыт гигантомании, когда мы день не считали. Он выезжал со студентами на практику везде, в общем, доучился, доучился и доучился. Выезжал в отель, там, вместе с другими нашими коллегами создавалась аэромоделька. Ну, по работе я могу только... Да, я, пожалуй, не буду ничего пояснять, потому что это дело председателя, а по ним я рассказал о тестах. Я считаю, что это цели поставленные диссертации решены. Я бы так сказал, эта работа может иметь много продолжений. В частности, вот Венедикт Степанович, мы сейчас подмечаем, мы тоже говорили о том, что у нас нет такой модели двигателей. Конечно, ЦП мы ставим как среднестатистически, мечтаем только на 63,
9, похоже, и так, да, обоснованно надо делать и так далее. А самое интересное уже при завершении работы, при выполнении исследований, на что хотел обратить внимание и пригласить участников этой работы, тоже его, в эту модель можно включать любые инновации. Скажем, меняем панель, крыла материала там, D16, D95 на сплав 14, 41, это алюминиевый сплав, на 10%. Выше модуль громкости, на 10% меньше плотности. Материал дорогой, противный технологический, но прогнав их систему, мы можем получить, а что он даст по топливу. Вот я Гречнику рассказал, он в восторг пришел, потому что Федор Васильевич, да, вот так, ну, тем более, что его конек, вот этот новый материал. Он говорит, это же замечательно, потому что вообще у вас уходит денег на эту работу, делать оценку, а если так, так из этих средств, то затянется на несколько месяцев. Или ответ будет спокойно. Я не буду затягивать свое выступление, считаю, что человек достойный кандидат на вопрошу. Спасибо. Спасибо. Слово ученому секретарю, я с направлением создал ведущей организации, Татьяна Сурмазова. Ведущая организация Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Казанского национального исследовательского технического университета имени Кутера ГАИ. В отзыве отмечается актуальность научная новизна полученных результатов, научно-практическое значение, достоверность и обоснованность результатов, это дает сомнение. Помимо этого в отзыве присутствует 5 замечаний. Первое. В работе используется термин «грузовой и транспортный самолет» без четких дефиниций. Для определения относительной массы топлива, расходуемого на рулеж, взлет и заход на посадку, изыскатели используют инженерный формул без какого-либо анализа при оборудовании. Третье. Метод дистиллированных пихтей изыскатели применяют лишь к крылу самолета, а влияние остальных частей самолета на аэродинамику самолета производится по приближенным формулам инженерных методов. Четвертое замечание. Недостаточно подробно рассмотрены требования к взлетно-посадочным характеристикам самолета. И последнее. При сравнении расчетных экспериментальных данных в главе 4 на рисунке 4.1.4.7 соискатель приводит значение среднеквадратического отклонения, хотя объективнее было бы рассчитать коэффициент вариации. Однако, вот отмечают, что высказанные замечания не затрагивают общей высокой оценки полученных результатов и могут рассматриваться как рекомендации и пожелания. Также в отзыве присутствуют рекомендации по использованию результатов и выводов, приведенных в диссертации. В заключение ведущая организация указывает, что диссертация является законченной научно-квалификационной работой и удовлетворяет всем требованиям положения по присуждению ученых степеней, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации. А ее автор Лукьянов Олег Евгеньевич заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 05-07-02 проектирование, конструкции, производство летательных аппаратов. Отзыв ведущей организации подготовлен доктором технических наук профессором Гэмилзиным Владимиром Григорьевичем. Рассмотрен и одобрен заседание кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов Казанского национального исследовательского. На автореферат диссертации поступил 7 отзывов. Все отзывы положительные. Отзыв отмечен, что тут есть замечания, я с вашего позволения зачитываю. Замечания на руках у всех есть, никто не настаивает специально зачитать. Так. Отзыв отмечен, что указанные недостатки не снижают научно-практическую значимость работы, не влияют на общую положительную оценку диссертации. Диссертация представляет собой законченное научное исследование и отвечает требованиям положения о порядке присуждения ученых степеней. А Лукьянов Олег Евгеньевич заслуживает присуждения ученых степени по специальности 05-07-02 проектирования конструкции и производства летательных аппаратов. Нет вопросов никаких, почему не секретарь? Тогда, уважаемые коллеги, есть предложение такое, заслушать оппонентов, а потом уже Олег Евгеньевич ответит на все замечания. Нет возражений? Хорошо. Слово предоставляется официальному оппоненту Грузову Владимиру Сергеевичу. Пожалуйста.
читать этот первый, какой-то последний, а немножко прокомментировать, и основные положения я тогда действительно зачитаю. Но так получилось, что стояли конкурс по работе, по своим диссертациям, мне пришлось работать фирма Антонова и с фирмой Яковлева. Когда я работал с фирмой Антонова, непосредственно стали конкретные инструктора, возникла проблема как раз с оптимизацией изделия. Когда работал с фирмой Яковлева, по всем пунктам работал, меня на 100% удовлетворяет.
замечания в основном такого как бы пожелательного характера. Ну, мне, например, действительно не нравится та модель аэродинамики, он использует это метод дискретных мыслей, ну, в сочетании с инженерной, ну, он как-то не стыкует. Но это нужно доработать. Второе, так сказать, у меня замечание по работе. Ну, там есть огрехи чисто различные термины используют. Конечно, стенная нагрузка, целевая нагрузка, уже, в общем-то, ну, широковато. Дальше, значит, для определения критического числоваха он использует, ну, очень грубоватую приближенную формулу для расчета числоваха. Вот. А в заключение я хочу сказать следующее, это уже формально я прочитаю, что диссертационная работа разработка методики выбора облика грузовых самолетов, использованных в многодисциплинарной организации, является законченной научной квалификационной работой, которая дает решение научной задачи, имеющей значение для развития Австралии. Работа выполнена на актуальную тему, актуальную для науки тему, соответствующую требованиям кандидатской диссертации, установленным положением о присуждении ученой степени Иван Арианцев и Пьянов, заслуживает присуждения ученой степени кандидата наук по специальности на 5.2 проектирования, конструкции и производства летательных аппаратов. Здесь есть вопросы. Спасибо. Нет вопросов, я думаю. Мы оппонентам вопрос обычно не задаем. Нет, чтобы у нас не было никаких замечаний по, как говорится, правомощности всех полученных результатов, рассчитанных на законную программу. С отзывом второго оппонента ознакомьте, пожалуйста. Вот официального оппонента доцента Четвертого Василия Васильевича указывается актуальность темы дисциплинарного исследования, научного анализа, достоверность полученных результатов, значимых результатов дисциплинарного исследования для науки и практики. Также указывается, что автор полный отражает содержание диссертации, и в отзыве оппонента есть 4 замечания. Первое. При проведении весового анализа фюзеляжа автор не делает детальную проработку стыка крыла с фюзеляжем и весовую оценку. Второе. Автору неудачно выдвинуть термин для целевой функции коэффициент топливной эффективности, который в работе минимизирует, хотя топливная эффективность для самолета обычно максимизирует. Третье. При решении задачи многодисциплинарной организации соискатель принимает относительную массу шасси отделения бортового оборудования за константу, в то время как они могут зависеть от размера самолета и его стоимого веса. Третье. Процесс расчета веса конструкции фюзеляжа опирается на метод конечных примеров, но автоматизирован и полный метод. И последнее замечание. На рисунке 3.20 автор приводит изменения изгибающего момента по крылу без изменения циркуляции, но не показывает, как изменился крутящий момент, также существенно влияющий на вес конструкции крыла. А в заключении оппонентам указывает, что отмеченные недостатки носят локальный характер и не оказывают влияния на общую научную ценность диссертации. Работа является законченной научной квалификационной работой, направленной на решение научных задач, значимых для развития данной отрасли знаний. Автореферат дает достаточно ясный и полное представление о выполненной работе. Диссертация выполнена на высоком научном уровне. Тема также включает, что диссертация соответствует требованиям, предъявляемым кандидатским диссертациям, установленным положением о присуждении ученых степени ИВА Российской Федерации. А ее автор Лукьянов Олег Евгеньевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата наук по специальности 05.07.02. Проектирование, конструкции, производство летательных аппаратов. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, дальше Олег Евгеньевич может ответить на замечания или согласиться с ним, пожалуйста. Действительно,
математические модели аэродинамики и умеет вызвать дорабатывать, однако для задач при решаемой работе этого было в принципе достаточно, это было подтверждено и как на верификации математических моделей, так и при решении задачи, исследовательской задачи в целом. Математические модели справились. В то же время хочу выступить защиту элемента цветных вихрей, в отличие от сложных методов, использующих решение уравнений на вес Фокса, уравнение методов конечных объемов, нелинейных задач, долго сходится, метод цветных вихрей или линейной установки решает на раз, потом адрес на другую понеделу, уже получается распределение, как закон распределения позывной нагрузки, очень хорошо учитывая фермасы и пола, ну и согласен, что модели можно доработать. Можно. Да. По замечаниям Василия Человека, по стыкам пола и пляжа, на мой взгляд, это и проработка этого вопроса в более детальных стадии проектирования, однако в то же время их влияние на массу конструкции также учтены в моей работе, когда рассматривался конечная элементная модель фюзеляжа, когда в местах закрепления накладываются ограниченные условия в перемещении узлов, когда все притягивает повышенный уровень напряжения, что вызывает через критерии своего фактора повышения массы. Масса конструкции в этом случае. Но это правильно проходит. Я думаю, стоит на одной жизни наш. А мне еще сравнивается замечание, что все-таки топливная эффективность оптимизирована. Поэтому я старался здесь просто термин коэффициент выполнить, поскольку значение его стоит минимум. То есть это деление расход. Топлива на единицу груза, она не единицу дает. Хорошо. Переходим к дискуссии. Кто желает выступить? Владимир Иванович. Пойдем в том же порядке, как мы придумали сказать. Я был рецензентом по этой работе. Были некоторые замечания, но я сейчас посмотрел. Большинство из них очень устранены, и работа более-менее хорошая. Значит, но тем не менее, кое-что осталось. Значит, цель работы – повышение экономической эффективности самолетов транспортной категории, сокращение и так далее. Ну, наверное, цель должна соответствовать названию диссертации. Иначе получается как? Вот на севере у нас те же самолеты, там канадские летают, что и в Канаде. У них там, значит, билеты в 3-4 раза дешевле, без государственной поддержки все, значит, это самое работает, а у нас все останавливается. Так что это немножечко другая схема, нам, наверное, это касаться не надо. Дальше, значит, вот в первой главе диссертации на странице 37 одним из наиболее известных является поиск оптимального решения на основе множества параметров. Выбор предпочтений является субъективным фактором, зависит от мнения проектировщика. Это является заметным недостатком метода. Это написано в диссертации, заметным недостатком. Но я бы перевернул все наоборот. Недостаток скорее у этого метода мультидисциплинарной оптимизации, а не у оптимизации Парето. Ну, просто оптимизация Парето предлагает множество решений, у которых нет предпочтений. Но это пример можно привести. Я студентам обычно, когда любви нет, что лучше? Молодая жена и бедная, но старая, но богатая. Так вот, с помощью, значит, вот этих конкретных вещей нас загоняют в прокурсовую ложь, что должна быть там молодость 0,38%, а коэффициент там денежного достатка 0,72. И ни влево, ни вправо, шаг влево, шаг вправо, расстрел. Поэтому жизнь богаче, поэтому вот и отражается просто. А здесь уже значительно уже. Так, дальше, значит, ну и
Кстати, здесь вот упоминается введение концепции точного попадания, но она, эта оптимизация стороны реальной, решает эти вопросы. Но а что касается той же Парето оптимальной, ну какая же здесь концепция точного попадания? Вот, ее в принципе не может быть. Так, дальше. Вот мне кажется, что в данном работе многодисциплинарной оптимизации все-таки это другое название, это однокритериальная оптимизация, которая воздействует различные факторы природы. Но мне ближе, значит, космическая техника, поэтому, скажем, вот стабильность геометрических параметров термостабилизированной платформы на космический аппарат дистанционного симулирования зависит от механических нагрузок и от воздействия температуры. Но там же не называется, что многодисциплинарный, там многофакторная оптимизация, фактор один. Вот. Ну и, значит, еще вот, дальше. Минимизация целевой функции взлетной массы М0, как компромисса в балансе массы его частей. Вычисление значения целевой функции производится естественно. Так, ну я это пропущу. Короче, в роли целевой функции, вот, я как сказал, массу, значит, целевой нагрузки подставить вот их критерии, она, в общем-то, однокритериальная задача. И получается, ну, многофакторная задача. Кстати, насчет вот терминов, многодисциплинарной оптимизации, ну, в космической отрасли как-то это не употребляется, но вот в эволюционной я встречал работу, начиная с 2000-х годов, действительно это появляется. И даже отдел есть в ЦАКе, на дисциплинарной оптимизации, но каждый понимает по-своему это. В одних работах это тождественно многокритериальная оптимизация, а в других работах это однокритериальные многофакторные задачи. Поэтому, ну, это, так сказать, вот вещи, которые не следовало затрагивать, значит, вот диссертанту, это на уровне наших, так сказать, дискуссий. А то, что касается, значит, своей основной работы, он сделал все прекрасно, все, то есть не надо просто брать больше, чем на себя, чем надо. Здесь попытка философского осмысления проектирования, по-моему, это не ран кандидатской диссертации. Ну, есть вещи, которые очевидны, например, снижение массы конечной нагрузки позволяет уменьшить массу фюзеляжа. Уменьшение жирной кабины позволяет сэкономить на массе конструкции фюзеляжа. Это очевидные вещи, но они в выводах сделаны. Так, ну и, значит, резюме. Значит, работа сама по себе замечательные, хорошие, а вот я замечания просмотрел, слишком много хотят критики от начального этапа проектирования. Ответьте все и на все. Не надо. Это, так сказать, задача другого уровня последующих анонимных специалистов и работает. Ну, естественно, значит, я поддерживаю эту работу, то есть повторяю, работа сама по себе не вызывает никаких сомнений, замечательной, за исключением попыток философского осмысления. Хорошо. Спасибо. Кто еще желает выступить? Да? Конечно, Виктор Леонидович. Дисциплина, у меня вопрос, какие дисциплины? Ну, это студент просто, как я там вышел.
формирование Ухты. Вот или летать нельзя, задал этот вопрос, потому что мы так понимаем, что это что такое. ГОСТ что ли? Тогда надо сказать, согласно ГОСТ такого-то года, оптик самолета это ИСТО. Ни у кого не будет таких вопросов. А если мы будем доказывать, что оптика изменения стрела длинности или удлинение крыла, то я с ней не сомневаюсь, что это оптика. Как хочет Владимир Степанович Аслан, нынешний самолет, два двигателя, крыло небольшое стрела длинности градусов 25, да и желательно такое вообще. Вот и все, что там пробирать. А дальше какая толщина профиля, какой там обводы и так далее и тому подобное. Если посмотреть на самолет, который летает, то там можно формировать топливо, он понятен. Мы не говорим про самолет, там Boeing 747 и так далее. Большинство самолетов. Я вот приводил это на МТС-е, полезно думаю и сейчас сказать. Я не помню фамилию этого человека, который работает сейчас на большом втором самолете, там вместо китайской народной республики. Он говорит, а что от меня хотите? Мне маркетологи сказали 280 человек, два двигателя, поскольку там я не буду вспоминать десятков тонн, и тишина. Вот и нам сделали такой самолет, который бы на рынке коммерческих перевозок имел успех. 280 человек, вот тебе и масса самолета. Поэтому, если говорить по работе, она хорошая, но дело не в философском, я думаю, просто все-таки аккуратнее, что ли, надо с терминами, что ли, обращаться. Я понимаю, что в любой работе надо выделить, что же здесь нового. Валерий Андреевич, я его тоже здесь понимаю, он считает, что ну, стационарное хорошее определение того, что делается новый брак. Ну, руководитель имеет право, я спирал. Поэтому я считаю, что работа квалификационная заслуживает высокой оценки. Но если ее развивать, то, конечно, надо вот все-таки к этим замечания не слушаться. И последнее, что я хотел сказать, меня, конечно, совершенно не устраивает с точки зрения проектирования самолета отсутствие даже упоминания о том, что самолет такой бомб-оптик не имел на смоделировке полета. Но мы пользуемся формулой 3.5, которой, наверное, не 50 лет, а 70 уже. Надо промоделировать полет. А что мы проектируем самолет? А какая он настоящая топка? Никто же это на этот ответ не скажет. ГАНА, В, ЦП, это они все взаимозавязаны между собой. Поэтому я считаю, что если мы говорим о дальнейшем развитии работы, то надо, конечно, обязательно включать, помимо проектирования проектного, аэродинамический расчет, более совершенный, как говорит Владимир Русов. И, конечно, пусть не какая-то оптимизационный режим, но режим полет самолет, когда только можно доказательно сказать, что изменение облика самолета привело к реальному снижению топливной эффективности. Оно не похоже. Спасибо. Спасибо. Кто еще? Члены совета. Уважаемые члены совета, вы что задремали? У нас идет, по сути дела, сегодня первое такое заседание в новом составе. Давайте помним. Он все, даже все вопросы задал, да?
Спасибо. Еще желающие есть? Нет? Будем подводить итоги дискуссии, да, уважаемые коллеги? Вот Генрих Васильевич Новожилов рассказывал, как формировался облик Ил-96-го. Значит, он был у нас тогда, ну, уже много лет, в центре истории Двинцеля, подошел, говорит, так что там Двинцеля, это 56-й, батюшки, дорогой, значит, это 56-й. Вот тогда проектировали Ил-96-й, значит, в качестве двигателя, а от него зависит топливная эффективность, тем более такого аппарата. И второй двигатель, то есть Двинцель. Значит, Ил-96 проектировался на 350 пассажиров. И когда он пришел к Тилаеву, к министру авиационной промышленности, Иван Павлович Тилаев сказал, никакого что будет по Ил-90. Вот не было этой методики, которая показала, что вот методика, по которой целесообразно выбрать облик самолета вот такой, с таким двигателем, который бы обеспечил те характеристики, которые нужны. Крутористское решение. В результате Генрих Васильевич говорит, я приехал в КБ после такого сложного разговора с Тилаевым, собрал своих заместителей и говорю, будем делать не К-96, а К-96-300. В авиации вообще не принято, чтобы цифры обычными буквами, там А, Б, М и так далее. Все удивились, почему 300. А потому что 50 пассажиров из фюзеляжа средней части мы вырезали, стыкуем, и вот получится у нас самолет на 50 человек меньше, на 50 мест меньше. Потому что двигатель ПС-90 меньше тяги обладает. Вот так выбирался облик, это реально, это рассказ генерального конструктора нашего замечательного друга, к сожалению, он недавно ушел из жизни. Великий человек, но создавался вот так опыт. Я думаю, что вот мы сегодня заслушали работу от Олега Евгеньевича, где есть научный подход к выбору именно, ну, может быть, не оптимального, но наиболее рационального решения по фюзеляжу, по конструкции самолета. Но здесь есть много вопросов, которые задавали. Я философию названия не буду задавать, но есть вопросы, которые обозначены. Это изгиб крыла и фюзеляжа, это и выбор двигателя, и вот то, что я рассказал на примере Ил-96-го, есть масса вопросов на перспективу развития этой работы. И хочется пожелать, я надеюсь, что сегодня примем правильное решение, поддержим эту работу, пожелать продолжать это в дальнейшем. Вот намного дисциплинарность, если мы говорим, здесь и двигатели должны подключиться с массой вопросов. Аэродинамика, прочность, значит, сопромат, материаловедение там, и так далее. Масса вопросов. И они все будут заложены в ту конечную, будем говорить, методологию создания облика летательного аппарата, наиболее обоснованную, что ли, вот, которая бы дала возможность создавать не волюнтаристски, принимая иногда решения, не на интуицию только надеяться, а на четкое научное основание. Вот я хочу это пожелать нам. Есть еще желающие? Да, но естественно я призываю поддержать этот вопрос. Есть еще желающие выступить? Нет. Тогда, Олег Евгеньевич, вам заключительное слово. Спасибо.
счетной комиссии. Вот есть у нас предложение подтвердить полномочия того состава счетной комиссии, который очень хорошо сработал, то есть Куренков, Сталинова и Любимова. Кто за, прошу проголосовать. Против. Кто воздержался. Тогда против сейчас счетной комиссии провести процедуру голосования, остаться в зале только членом Десятиционного совета, остальных 5 минут предлагают. Кто против?